Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и сегодня у нас день стольника. Проблем у нас всегда много, а день стольника проводим крайне редко. Это неправильно, поэтому копятся долги и за корм тоже. Обычно рассказываю о болеющих, о выздоравливающих, о якутских там, но никто не отменял главный наш расход на корм, вакцины, обработки. Скоро зима, а к ней надо подготовиться, чтобы не врасплох. Друзья, собак много. 250, и у меня не приют. Все они спасенные в разные периоды за последние годы. Спасенные от людей и нелюдей, от их жестокости, от живодерства и предательства, от голода и мороза минус 50 и ниже. У каждой собаки своя судьба и своя история спасения. Вспоминаю собаку у двери подъезда, черно-белую, которая была обморожена и так просилась зайти в подъезд хоть на час или до утра, как повезет, погреться, чтобы с новыми силами куда-то снова бежать и добывать в вечной мерзлоте кусок хлеба. В то время термометры зашкаливали, по ночам было до минус 60. И что вы думаете? Эту собаку не пустили в подъезд. Ей в щель просунули кусок хлеба и дверь захлопнули. На следующий день я увидела короткое видео этой собаки в щели и просунутый ей кусок хлеба. Я не находила места. Я понимала, что собака эта погибла. Она не могла не окоченеть. Ночью все двери всех домов закрыты. Я просила, я умоляла найти эту собаку, живой или мертвой. Я подняла всех на уши, и ее искали. Искали, писали объявления. Несколько дней, и ее нашли. Каким чудом эта умница нашла, куда забежать и погреться? Неужели я могла ее не забрать? Конечно же, забрала. И живет она у меня на передержке. Уже 3 года. Зовут ее Лекса, а в скобочках Хлебушек. Какой хулиганский ребятенок. Ребятенок Лекса. Ой, ой, да все красивый. Ой, вот она какая. Вот он, собачонок, бандит. Бандит, да? Жарко, скажи, жарко. Жарко, напилась водички? Все, ну молодец. Давай, гуляй тогда. Где Лекса? Лексюта? Где Лекса такая? Вот она идет, девочка. Скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей, скорей. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, мои хлебушек. Она щенков еще кормит. Черную девочку с белой грудкой, Айну, забирала из ППЖ. Сидела она там со своими красивыми щенками на бетонном полу. Щенки, конечно же, там же и погибли. А Айну успела я вытащить. Она тоже есть на видео и живет у нас на передержке. Пятнистую барбариску забирала уже одну, без голубоглазого ее друга, с которым они сидели в вольере ППЖ и были дружны. Узнала я о ней поздно, когда друга, большого красавца, разорвали днем раньше. Не успели. Барбариска живет уже 2 года у нас на передержке здесь. Вот она на видео. Палевая девчушка с торчащими через решетку глазенками. Сколько кроткости и нежности я прочла в ее внешности. Слишком обаятельно для такого грубого, жесткого объекта, как ППЖ. Хотелось ее прижать, пожалеть, поэтому и назвала «целовашка». И не ошиблась. Собака для поцелуев залижет каждого встречного. Но такие-то целовашки, почему они сидят и погибают в ППЖ? Они-то кому опасны? Ведь зубы сводят от объятий с ней. Живет она у нас в Москве на передержке. Вот целовака. Вот целовака. Вот так вот.
Многие собаки попадают в ППЖ по воле жестоких хозяев. Берут там, даже если нет мест, да на голову сотням других. Какая разница? Самоуничтожатся, загрызутся. Серого пушистого, вполне упитанного добряка привел хозяин, ну или родственники. Я вижу, как из нормальной, еще не худой и даже веселой собаки они превращаются в унылых, побитых, истощенных и жалких. Если успеешь забрать вовремя, значит, повезло собаке. Вот этому выне серому повезло. Не дала я ему зачахнуть и сгинуть. Забрала, когда еще он был активен. Без ран и хромоты, когда не успели сломать психику. И назвала его очкариком, потому что иней вокруг глаз был похож на очки. И он тоже живет у меня на передержке. Вот он на видео. Бип и Боб, два рыжика, два брата-акробата, привезли, сдали в ППЖ веселые, неунывающие, только глазенки напуганные, видимо, от домашней собаки, и сразу в тюрьму для взрослых. За провинность, за то, что родились. Яркие, харизматичные, пушистые, прощай, мамка. А дальше зависит от того, пройдет ли мимо сердобольный человек. Вот я и решила пройтись и мимо них тоже. Друзья, можно рассказывать про каждого и много. Через меня прошли тысячи историй. Хочу сказать, что когда спасаешь, не задумываешься о тех тяжестях, которые вскоре или через год-два нагрянут. Когда спасенных собак все будут забывать, и только на кураторе останется вся тяжесть ответственности. А дальше жизнь куратора сложно назвать жизнью. У куратора нет права отдыха, отпуска, передыха. Но это за кадром. У куратора нет права пожаловаться. Тут же получишь ответ. А зачем столько наспасала? Да, человеческая память короткая. Забываются собаки, забываются истории их спасения. Все тяжести вывоза. Остается боль, тревога. А как жить дальше? На что жить? Друзья, очень-очень прошу сплотиться, вспомнить всех, кого уже забыли. Вспомнить или представить, как выглядят 250 собак вместе взятых. А ведь это целое поле братьев наших меньших. Они хотят жить. Мы подарили им вторую жизнь и в ответе за них. Пожалуйста, пожалуйста, не перестану просить вас и умолять. Давайте соберем им в очередной раз на корм. У нас закончился корм, который мы приобретали летом. Нам очень-очень надо снова произвести большую закупку корма.